С нами Василь. Здравствуйте. Доброго вечора, брати. Мир Божий вам. Я хотів спитати, брат Олексій, от там в Біблії сказано, що Люцифер, коли возгордів, його скинули Бог на землю. От дивіться, це було в духовному плані. Потім Господь створив землю, получається, зло прийшло через змія і через плід. Ну, спочатку через змія, тому що він там сказав, що треба з'їсти плід. Скажіть, будь ласка, в чому різниця змія і цей момент, що скинули Люцифера на землю, Бог скинув на землю? Це в духовному він перейшов оцей зло в змія, чи в духовному воно перейшло в дерево фізично? Я хотів би детальніше, якщо можна, приблизно хоча б. Сложный вопрос. Это не связанные вещи. Вы взяли два места Писания, которые совершенно не связаны между собой. То, что в раю оказался змей и искушал Еву, это одна история. А другая совершенная история, это когда Господь послал учеников по двое, и они пошли проповедовать Евангелие, и исцеляли больных, совершали чудеса. И они потом пришли к Иисусу и сказали: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И тогда Иисус сказал вот такую фразу: «Все я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Да, казалось бы, Иисус... Просто Василь, мне кажется, он посылался на другую цитату. Книга... Це у пророків. От я не пам'ятаю, це у когось з великих пророків. «Как упал ты с неба, Люцифер» — це грецький перевод, «Дениса». «Син зарі». Да, «Утренняя звезда», «Венера». «А говорил, войду на высоты севера, буду подобен Всевышнему, стану в сонме, сяду в сонме богов» и так далее. Ой, это большая тайна. Почему? Потому что, с одной стороны, он упал с неба, сын зари, он был среди огнистых огней, он должен был осенять, он был самым лучшим ангелом, архангелом, и вдруг он упал. И упал он с неба, имеется в виду с места власти. То есть небо — это место власти. Как и вот тогда при учеников он сказал, что он упал с неба. Это место власти, потому что невидимое сначала, а потом видимое. И вот он ушел вот из этого невидимого, и власть над землей у сатаны как бы прекратилась после того, когда воплотился Иисус Христос. То есть почему он упал... Тут я совершенно не могу ответить, я просто этого не знаю. Не знаю, почему Бог допустил змея в рай и искушение. У меня есть свои мысли, почему он упал у Иезекииля и в Исаии. И мы должны это все, даже если мы посмотрим на Иезекииля и Исаия, это все по-другому немножко, потому что там нет упрека сатаны. Там есть упрек царю Тирскому и царю Вавилонскому. То есть там нету этого упрека к сатане. Это все было обращение к царю Тирскому за то, что ты искусился вот этим сатаной. То есть это не все так просто. Мы всегда читаем эти две главы Исаии и Иезекииля и думаем, что это о сатане. Но на самом деле, или даже мы возьмем райский сад, мы все предполагаем, что в змее был сатана, который искусил Адама, Еву и Адама. Но Господь не проклинал сатану, он не наказывал сатану, он сказал: «Проклят ты, змей, и ты будешь ползать на чреве». Я не знаю, до чего до этого проклятия он ползал. Но смысл в том, что Бог проклял змея, не проклял сатану. И точно так же в Иезекииле и в Исаии это было проклятие на царя Тирского и на царя Вавилонского. Поэтому тут надо быть очень внимательным к Писанию. И чтобы вы понимали, у Иова сатана пришел вместе с сынами Божьими перед лицо Господа. Хотя человек не может быть перед лицо Господа. Никто не может увидеть Господа и остаться в живых. Он обитает в неприступном свете. Человек не может стоять, а сатана стоял между сынами Божьими перед Богом. Поэтому тут с сатаной и с дьяволом все очень не так. Вот 2 плюс 2 — 4. Очень непросто.